В списке жертв взрыва на маслозаводе в Балаково третий погибший. Напомню, ЧП произошло днем 26 августа. Взрыв прогремел в цеху на третьем этаже здания, в результате чего пострадали свыше 10 человек, один погиб на месте. Согласно предварительным данным, причиной трагедии стал взрыв экстрактора масла. Здесь, по словам следователей, велись сварочные работы. Позже из цеха был изъят и сварочный аппарат. Второй сотрудник предприятия скончался в больнице через неделю. Следственным комитетом было возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение требований охраны труда, повлекшее причинение тяжкого вреда здоровью и смерть человека». Между тем, несколько пострадавших от взрыва до сих пор остаются в Саратовской областной больнице. А третьим погибшим сообщили чиновники администрации Балаковского района.